Да, в эфире программа «Дневной разворот», в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько, добрый день. Эту программу мы сразу хотим предупредить, записываем. Выходит она в эфире 13 ноября, во вторник. А вот. Записываемся мы в четверг. В четверг. 8 ноября. 8 ноября сразу по горячим следам круглого стола, первого межрегионального круглого стола, который был посвящен теме терроризма, экстремизма, деструктивных сообществ в современной России, где разбирались характерные особенности информационного противодействия всем вот этим факторам, которые я уже перечислила. И у нас в студии Михаил Лицарев, кандидат исторических наук, заместитель директора Кировского регионального центра исследований «Экспертиз». Михаил, привет. Здравствуйте. Добрый день. Федяева Надежда Салихзяновна, член Общественной палаты Кировской области, председатель Кировской региональной общественной организации «Татар Яшлек». Правильно я произнесла? Да, правильно. Да, Надежда Салихзяновна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый межрегиональный круглый стол, посвященный очень важным проблемам, прошел в Кирове, в доме Видерга, вот в четверг, в тот день, когда мы записываем этот эфир. И давайте сразу обозначим, почему Киров был выбран именно местом, где проводился такой круглый стол. Ну, именно Киров, потому что у нас есть как раз вот наш центр проведения исследований и экспертиз. Ему почти полтора года, и это было первое такое мероприятие, которое преследовало в первую очередь своей целью, безусловно, обмен опытом, вот, с привлечением власть держащих, так скажем, придержащих, прошу прощения, были представители прокуратуры, Следственного комитета, антитеррористической комиссии, были служащие правительства, департамент образования, Барминов из Министерства спорта. Но он не просто из, он возглавляет Министерство спорта. Ну да, я понимаю. Информационный департамент представлен был. Вы знаете, много кто был представлен. Угу. Вот если там даже по списку смотреть, там и прокуроры, и УФСИН, много было и гостей, и участников. А вот первое... И общественная палата в лице Надежды Салихзяновны. Да, да. А Надежда Салихзяновна у нас была экспертом, вот, основным, одним из основных участников круглого стола. Всего экспертов было 7, вот из них... Трое приезжих, ну, как приезжих, вот, Надежда федеральных экспертов. Салихзяновна, да. Я прошу прощения, чтобы мы сейчас не убежали далеко вперед и оставили этот момент непоясненным. Просто как-то странно получилось. Форум у нас прошел в Кирове, потому что у нас существует Кировский региональный центр исследований и экспертиз. Я думаю, сейчас фундаментально просто будет пояснить, чем же он занимается. Да, мы занимаемся... Во-первых, экспертизами, это понятно, во-вторых, и исследованиями. Чего? Исследованиями экстремистских сообществ, террористических сообществ. Мы должны с вами понимать, что ну, не существует... Где? Не существует в Кировской области. Это региональный центр. Вот, он занимается только Кировской областью. Хотя у нас есть заказы из Республики Тыва, вот у нас есть заказы, так скажем, из ближнего зарубежья. Вот мы пишем для них экспертизы. Сообщество мы имеем ввиду в информационном пространстве, в интернете нет как? Нет. Или какие-то натурализованные? Вот они ходят по городу и кричат, что мы такие, а вы их исследуете, или как? Ну, понимаете, поступают разные экспертизы. Зачастую экспертизы направляются нашим Федеральной службе безопасности. Вот. И... Как сказать, кричат. Вот что вам дали написать. Нам примеры просто хочется привести, чтобы вы привели просто для понимания, как этот весь вообще процесс происходит. Ну вот, к примеру, на улице сталкиваются две группы людей. Одна группа людей кричит, прошу прощения, смерть жидам. А вторая группа людей кричит смерть русским, условно говоря. Да? И вот составляется дело, прочее, и ну, необходимо провести филологическую, к примеру, экспертизу. Да? Есть ли в этих словах да, то, что да, можно отнести? Какие-то статьи. 280-я, 282-я статьи. Вот, и это направляется в наш центр. Собственно, мы как раз и подводим черту. Если... Да или нет? Вот это вот открытые какие-то столкновения на улицах или во время митингов там, да, и каких-то собраний. Лозунги. А что касается, экспертизы, которая относится к СМИ, вы тоже ее производите? К
СМИ нет. У нас материалы, которые напечатаны. У нас ни разу не было чего-то связанного со СМИ. Интернет, социальные сети. Интернет есть, конечно же, всевозможные, да? И откуда больше всего вот таких сообщений приходит, которые требуют экспертизы все-таки? С улиц или из интернет-пространства? С улиц, конечно же. То есть это, ну, это, понимаете, то, что интернет, это вот как-то не всегда про нас. Угу. Зачастую это вот те материалы, с которыми приходится работать. Мы даже иногда даже не знаем, даже, что там. Да? То есть, ну, вот нам прислали, сказали, что нужно сделать вот такое-то, мы свой ответ, естественно, дали, что вот это будет так, и вот мы занимаемся. С точки зрения законодательства, закона, да, вы разъясняете, конечно, можно ли те или иные высказывания, например, нет, отнести? С точки зрения не русского языка, я так понимаю, а уж... Подходит ли это под статью, это уже эксперты уже все-таки, наверное, выносят. У нас ведь не только русский язык, у нас экспертиза есть и политологического характера, и психологического характера тоже есть экспертиза. Кто входит в центр экспертизы? У нас входят сотрудники вуза. Угу. В ВятГУ стоит, конечно же, сказать, что данный центр вообще стоит на базе нашего Вятского государственного университета. Вот, и в состав экспертное сообщество, представленное преподавателями, учеными нашего вуза. Каких направлений? Абсолютно разных. Психология, социология, философия, русский язык, литература, история и прочее. Понятно, учителя физкультуры вам там ни к чему. Да. Вот этот центр, он создавался, это инициатива вуза, или он создавался по запросу каких-то органов, я не знаю, это линия правительства федерального? В каждом регионе такой центр должен существовать или, может быть, даже существует? Это одна из инициатив как раз и нашего вуза в том числе, потому что сейчас такие центры появляются по всей стране. Вот. Ну, уж, конечно, не по всей, но в регионах они появляются, потому что, видите... А одного на федеральный округ недостаточно? Да вы что, нет, конечно. Нет? Нет, конечно. Прямо вот в каждом субъекте? Было бы, на самом деле, это очень даже хорошо, потому что, вы поймите, на самом деле, вот мы с вами сказали о экстремизме, о терроризме. Нам, во-первых, для начала нужно объяснить, что у экстремизма нет одного четкого определения, что экстремизм – это, или экстремизм, к примеру, это. Мы можем классифицировать экстремизм только по признакам каким-то. То есть вот это, допустим, относится к экстремизму, а это не относится к экстремизму. Терроризм является крайним проявлением экстремизма. И если экстремизмом еще мы можем назвать, условно говоря, даже ребят, просто которые гуляют по улице, да, там, или же где-нибудь собираются группами, что-нибудь обсуждают, это еще мы можем назвать экстремизмом, то терроризмом мы все знаем сами, что можно называть. И, понимаете, здесь происходит не только обсуждение вот таких моментов, мы не только пишем экспертизы, мы также пытаемся сотрудничать и с органами власти, так как многие программы, многие сборники необходимо внедрять, как просто даже способ, если не выявление, то даже информационного противодействия. Конкретный пример взаимодействия, Михаил, с органами. Ну, к примеру, мы... Там не ФСБ уже, я понимаю. Ну, к примеру, это методические книжки, это методические пользования, как, допустим, работать со школьниками, что им необходимо объяснять. Чтобы предотвратить. Да, да, для предотвращения. Профилактическая работа. Да, конечно же, это тоже входит в наши обязанности. А вот вопрос по поводу тех самых пресловутых лайков, за которые, и репостов, за которые посажено почти там 200 человек, да, привлечено к ответственности, в том числе и сидят сейчас. А ситуация очень сильно изменилась за последние несколько месяцев. Круто, да? Сначала очень резко стали признавать это экстремизмом, арестовывать молодых в основном людей. Теперь Владимир Владимирович сказал, что что-то мы тут жестим, и надо пересмотреть свой взгляд. Вот такие пересмотры, они в связи с чем происходят и на чем они основаны? Ну, видите ли, мы занимаемся все-таки не юридическим делом, мы занимаемся все-таки исследовательским. То есть, в первую очередь, в состав нашего центра входят все-таки ученые. Угу. Люди, которые занимаются наукой, люди, которые занимаются исследованием. Я просто хотела спросить, вот, например, по репостам, по тем же и по лайкам, вам не присылали такие материалы в интернете? Смотрите, вот такой материал,
и там вот... В котором содержатся признаки запрещенных вещей. Нет, у нас такого не было, но если, если в принципе об этом говорить, ну, не знаю, там, по поводу лайков, но если мы с вами говорим о репостах, просто даже чисто вот с психологической точки зрения, человек, который делает, там, условно говоря, репост или же что-то публикует у себя там на странице, где-то в социальной, где-нибудь, не знаю, там, условно говоря, Facebook, ВКонтакт, что является его альтер-эго, но на пространствах интернета, на просторах интернета, прошу прощения, мы должны понимать, что это в какой-то степени отражает и его личное воззрение. Но, с другой стороны, с точки зрения той же психологии, можно сказать, что очень много мы репостим того, что мы даже не читаем. Конечно. Вот мы увидели заголовок или увидели, что кто-то из наших знакомых, вполне себе там близких или не очень близких, что-то такое написал, мы его так лайкнули, потому что, ну, вроде как бы свой чувак. А может быть, даже репостнули, потому что понравился заголовок или картинка, даже не вчитываясь в тему. Разве с точки зрения психологии это подтверждает, что этот человек экстремист, это его альтер-эго, а не подтверждает то, что мы просто поверхностно относимся к этой информации и не понимаем всей сути таких действий. Видите, о лайках говорить как-то, мне кажется, ну, не совсем серьезно. Ну, репост то же самое. Вот непрочитанный, неисследованный, человек, может, и не согласен, в общем, с тем, что внутри этого материала. Мы с вами, если будем обращаться именно к науке, можно вспомнить монографию Сципиона Сигеля конца XIX века под названием «Преступная толпа», где в действительности очень много говорится о том, как влияют различные деструктивные сообщества на поведение людей, и каким образом какие-то люди могут управлять поведением других. Вот мы уже до сути добираемся. Наверное, мы, к сожалению, сейчас не можем эту книгу взять в руки. Да, то, что обсуждалось, возможно, на круглом столе. Прервемся буквально на полминуты и продолжим с нашими гостями. Продолжаем разговор. Это дневной разворот. В Кирове прошел первый межрегиональный круглый стол на тему терроризм, экстремизм, деструктивное сообщество в современной России, характерные особенности информационного противодействия. У нас в студии Михаил Лицарев, кандидат исторических наук, заместитель директора Кировского регионального центра исследований и экспертиз, и Надежда Салезяновна Федяева, член Общественной палаты Кировской области, председатель Кировской региональной общественной организации «Татар Яшлек». Я вот понимаю, мы не зря с Володой задавали такие провокационные тоже, да, вот вопросы, потому что мы понимаем, что здесь грани бывают очень тонкие, и очень важно, чтобы действительно специалисты, действительно опытные люди давали свои рекомендации, когда поступает запрос от таких грозных органов, как ФСБ, например, да, и мы понимаем, также работая с информацией, как легко можно в этом запутаться человеку несведущему. Поэтому вот сейчас хочется Надежде Салезяновне передать слово. Вы, когда Михаил говорил, кивали очень во многом. В частности, я, например, заметила, что вот Миша сказал, что очень много на самом деле этого происходит на улицах. Ну, улицы имеется в виду и собрания где-то какие-то, да, и просто встречи компаний каких-то, я не знаю, общественные места, кинотеатры и так далее. Очень много вот таких высказываний, которые можно предположить, потянут на экстремизм. Мы не знаем, что за ними дальше стоит, но они вызывают внимание соответствующих органов, потому что, естественно, стараются пресечь любые экстремистские движения, чтобы они не переросли еще в более страшные вещи. Почему вы кивали? Почему вы думаете, что этого много сейчас на улицах? Ну, поведение нашей молодежи – это первое. Потому что я общаюсь более-менее по работе, и везде где-то встречаемся, где-то занимаемся со студентами и со школьниками. Большинство случаев молодежи, как она общается? Она на улице общается. Она где-то училась вместе, где-то там встречалась, где-то родственники или еще что-то. И когда они на улице встречаются друг с другом и говорят, а ты где, задают вопросы, им на своем уровне очень хорошо общаться, да, нам этого их не понять. Они говорят, вот пойдем туда, пойдем сюда. И когда мы общаемся с экспертами уже на своем организационном где-то совещании или еще где-то на каких-то советах, и друг с другом беседуем, и оказывается, да, это так и есть. Они встречаются на улице, разговаривают и говорят, пойдем туда, там вот такая-то вечеринка, просто посидим, пообщаемся, поговорим. И большинство молодежи, они именно находят свои какие-то интересы в интернете, в сети. Зачем там куда-то идти на учебу, зачем учить уроки какие-то, когда мы посидели, вот полайкали,
да, там это самое. Ой, супер, здорово, смотри, памятник, значит, Владимиру Ильичу Ленину стоял, да, его снесли, раз, и лайкнули. Но ведь, с одной стороны, он не понимает, да, может, много кто-то знает, почему там Ленина снесли, а кому-то говорят, памятник Сталина хотят поставить. Им без разбора. А когда... Это говорим, что, тоже экстремизм? А, всяко можно быть, это самое, как ведь это, он дорастет, этот молодой человек, он может быть, например, если позитивно и нормально воспитан, да, он может спокойно... Хорошо, давайте конкретный пример. Уже кучу лет мы обсуждаем, убирать или не убирать памятник Ленину с Театральной площади. Экстремизм? Нет, не экстремизм. Почему? Слава Богу. Почему? Почему? Не экстремизм. Почему? Но, понимаете, очень много поколений, которые выросли на этом, да. Я вот, например, в Советском Союзе родилась. Да, мы тоже, все присутствующие здесь с вами в Советском Союзе родились. А когда они вместе встречаются, и потом еще кто-то кому-то подсовывает какую-то литературу, говорит, вот это почитай или вот это почитай. И что в данном случае можно, интересно, такого почитать? Ну вот подождите, я понимаю, о чем говорит Надежда Салихзяновна. Она как раз говорит о втягивании молодежи в деструктивные сообщества. И это то самое время, когда очень сильно поддаются влиянию молодые люди. А мне кажется, сейчас, может, Михаил с точки зрения там, психологии тоже это разберет, деструктивные сообщества имеют очень сильную притягательность для молодых людей, которые, да, вот в принципе в протестном находятся в состоянии достаточно долгое время, это природа такая молодого человека, и за этим нужно очень внимательно следить. Я хотел вот что сказать по поводу, как Ленина. Сказал, по поводу Ленина. Смотрите, если мы, к примеру, производим демонтаж памятника на законных основаниях, это законное основание. Люди проголосовали, но если мы, например, да, условно говоря, выбрали. Но если мы просто-напросто собрали своей группкой или своим обществом... И под покровом ночи. Да, а на самом деле, а почему нет? Угу. То есть, какое, допустим, законное основание, ну, вот, все-таки это, в любом случае, это памятник. Памятник культуры, в любом случае, это скульптура. Неважно, как бы, нравится нам, не нравится нам, вопрос-то не в этом. Уберите личностное, пожалуйста, и рассуждайте рационально, а не чувствами. И если мы с вами так говорим, одно дело, когда на законных основаниях, и абсолютно другое, когда мы просто-напросто ночью решили просто-напросто взять и какой-нибудь, там, не знаю, кувалдой, условно говоря, снести голову. Вандализм. Да, понимаете? То есть, и это уже в какой-то степени мы можем рассматривать. Здесь вопрос в том, что сегодня это может быть памятник Ленину, а завтра это может быть вообще совершенно другая. Памятник это, конечно, вечного огня, да. Это совсем вот это... друг, да, господи, это может быть Шаляпин рядом стоящий. Конечно, да. Если, да, я, например, за то, чтобы с Театральной площади убрали памятник Ленина, а это так, убрали на законных основаниях, я за, то я против того, чтобы убирали памятник Шаляпину, понимаете? И это, здесь, да, это, на мой взгляд, это совершенно несравнимые, конечно, фигуры и разные по влиянию на жизнь человеческие. Один абсолютно позитивный, а другой я бы не сказала так. То есть, наоборот, вот надо сейчас сказать. Я уже запутался, да, этим самым. Шаляпин все-таки. Шаляпин. Искусство, да, оно вечно. Но суть не в том, а суть в том, что люди могут и не понимать вовсе, на что они и на кого они идут с кувалдой, и куда дальше вот они пойдут с этой кувалдой. В этом смысле? И в этом смысле. И, понимаете, когда мы с вами говорим о противодействии, мы с вами не говорим о том, что мы выходим с вилами. Мы говорим ведь не об этом. Мы говорим о том, что необходимо некоторые вещи предупреждать. Понимаете, зачастую мы с вами начинаем говорить, о, Господи, нас ограничивают в правах. Кошмар-то какой. А давайте мы с вами подумаем с другой точки зрения. Вот у многих из нас есть дети. Понимаете, многие из нас находятся в информационном обществе. И когда мы считаем, что нас что-то не касается, но в тот момент, когда оно нас начинает касаться, мы почему-то сразу же вопим. Мы сразу же верещим и истерим. Простите, пожалуйста, а те люди, кто начинает вопить, истерить и уже признавать, хотя до этого не признавали, а где вы были? Понимаете, и вот в этом во всем, безусловно, необходим научный подход. В этом во всем необходим рациональный подход. Когда мы с вами не начинаем говорить о том, что ну как же это так с чувственной точки зрения. Понимаете, к примеру, с той же самой научной точки зрения, даже тот же самый Ленин, условно говоря, это человек, который в идею, коммунистическую идею все-таки, он стал одним из основоположников
марксизма-ленинизма. Ну как, да, вот, а дальше двойного. Мы продолжим, что он в итоге сделал. Давайте мы сейчас не будем в эти споры вторгаться. А хотелось бы... Но, нет, мы обязательно... Как... С научной надо точки зрения. Как-нибудь, да, с человеческой все совершенно давайте по-другому. Форуму, да, давайте вернемся к форуму. Там очень много интересных моментов. Очевидно, что очень много спорных моментов, которые обсуждалось. И очевидно, что необходима абсолютная логика в этих вещах, и эту логику нужно наносить... Вот здесь я могу применить слово населения, потому что люди, не знающие, что творят или что творится, и как реагировать, вот о чем Миша сейчас говорил, они как раз подвержены, более подвержены там, влиянию, более подвержены втягиванию вот в эти самые деструктивные сообщества. И, конечно, нужно понимать, что законно, что незаконно, что этично, что неэтично, и как реагировать на разные высказывания, действовать в каждой ситуации. Давайте, вот кроме Надежды Салегзяновны, скажем, кто еще из экспертов приезжал на круглый стол, который, напоминаю, был проведен в четверг в доме Виндберга, да? На базе, собственно говоря, центра. К нам участниками и экспертами приезжала Татьяна Борисовна Гринь из Чебоксар, которая работала как раз в антитеррористическом комитете при Республике Чувашия. К нам приезжала Светлана Павловна Политова из Казани. Также в нашей вот этой вот группе экспертов была Лицарева Ксения Станиславовна, Поздеев Вячеслав Алексеевич, а также Наиля Мула Мухамедовна Масунова. Вот. И вот мы в количестве 7 человек представляли свои доклады, потом участвовали, естественно, в обсуждении, в дискуссии и делали какие-то выводы по работе круглого стола. Он был, кстати, вот в программе написано резолюции по итогам работы. Да, должна да, была да, быть мы принята. Мы сделали, собственно, выводы, которые как раз лягут в основу вот резолюции. А куда дальше? Резолюция это пойдет? Для чего она? Эта резолюция, идет для различных и органов, в том числе, и для департаментов, и для всех остальных. А СМИ-то могут с ней знакомиться, чтобы понять поглубже, о чем да, шла речь? Конечно же. Вдруг конечно. СМИ тоже нарушают какие-то законы? Ну, знаете, я, конечно, понимаю, что вы сразу же про СМИ. Нет, про СМИ у нас даже темы даже не было. Кстати, вдруг дойдет вот, дело. Знаете, нам иногда какие слушатели звонят? Догадываюсь. Вот тоже хочется иной раз на экспертизу подать. Догадываюсь, вот, да. Но в основном у нас слушатели прекрасные, совершенно воспитанные, интеллигентные люди. Безусловно. Угу. Но по итогам, если говорить по пунктам, конечно же, мы там говорили о необходимости просветительской работы, мы говорили о координации между структурами и нашим центром, о направлении работы. Также, конечно же, нам хотелось бы усилить и адресный подход, то есть именно работать целенаправленно в некоторых направлениях. Вот. О работе с учителями, в том числе с педагогами, с преподавателями, потому что зачастую, понимаете, нам... Ну, вот я сегодня приводил пример. Вот был прекрасный, замечательный учебник Боголюбова, к примеру, по обществознанию в школах. Он был, он и есть, но уже, естественно, уже другого издания. Вот он был замечательный, он объединял в себя многое. Он объединял в себя философию, социологию, политологию. Когда ребенок учился в школе, он не понимал, зачем это, ему это надо. Но когда он где-нибудь в курсе, я так на втором, на третьем начинал сталкиваться с этим совсем, он... У него, понимаете, включался тумблер, и он вспоминал, так я ведь это ведь, собственно, еще в школе изучал. Понимаете, вот да. Это же я изучал в школе, и учебник был прекрасный. А сейчас мы столкнулись с тем, что учебники, которые у нас есть, ну, господи ты мой, кредитная система, я вас умоляю, для чего тогда нужно общество знания? Понимаете, мы должны понимать... По сути, да, общество знания, мы должны знать, что такое представляет из себя общество. А кредитная система сейчас это к чему прозвучало? Потому что это сейчас разбирается в современных учебниках общества знания. Кредитная система. И кредиты. Как взять кредиты и не допустить просрочки. О том, как, не испортить себе кредитную историю. Виды предпринимательской деятельности, понимаете, это вот на уроках общества знания, вот в учебниках. И тут, понимаете, и именно по этой причине мы намерены работать с педагогами, с учителями, так как, конечно же, но как необходимо ведь говорить о чем-то другом. Также озвучивались мысли о необходимости критического, о развитии
критического мышления среди школьников, студентов, так как это большая, вообще огромная проблема. Это дыра просто. Это... Его нет, да. Этого развития критического мышления. Не да. В школе, ну, вот... в основном. Ну, вот мы что-то обвиняем всю школу, молодежь. Мне кажется, тут взрослые люди тоже, они... Мы-то, конечно, мы тоже не проходили эту школу. У нас этого не было вообще, Володя. У нас вот мы, рожденные в Советском Союзе, брали под козырек и поднимали руку в салюте. Вот и все тебе критическое мышление. Да. Прервемся сейчас на полторы минуты, у нас реклама. Продолжаем разговор. Это «Дневной разворот». Владимир Сметанин и Светлана Занько в студии. В Кирове в четверг прошел первый межрегиональный круглый стол на тему терроризм, экстремизм, деструктивные сообщества в современной России, характерные особенности и информационное противодействие. Михаил Лицарев да, у нас в студии. И Надежда Федяева. Просто я до сих пор как-то вот не могу еще избавиться от этой мысли о том, что раз круглый стол прошел у нас, значит, у нас что-то не так, значит, у нас какие-то проблемы, что-то зреет. Нет, почему? Опровергните или подтвердите, не знаю. Нет, почему? Или это наоборот, мы впереди, правильно. Мы же просто привыкли к тому-то, вот если что-то значит... А вот у меня другой вопрос. Это вот как бы... Я так понимаю, что инициатива, поскольку Михаил сказал, инициатива это была самого центра, да? Созвать такой круглый стол. Это наша инициатива. Вот. А у меня другой вопрос был. Это открытый был круглый стол или он был только для специалистов приглашенных? Он был закрытым. Угу. Вот сейчас закрытым, да, ну понятно. А еще вопрос, который я не могу, конечно, не задать, это, собственно говоря, противодействие религиозному, хотела сказать, экстремизму. Но вот мне Надежда Селезянова поправила и сказала, что псевдорелигиозный может быть экстремизм, угу. Потому что религия сама по себе, я правильно вас понимаю, не подразумевает экстремизма. Несет мирное начало. Да. Причем любая классическая религия. Да. И все религии, они... И вы, Надежда Селезянова, были 2 октября в Общественной палате Российской Федерации на большой конференции. Расскажите, пожалуйста, о чем шла речь. И вы сегодня, и вы в четверг, вот когда мы записываем эту программу, делились этим опытом, я так понимаю. Да, я рассказывала именно конкретно, что говорили выступающие, а это зампредседателя Общественной палаты Российской Федерации Альбир Ильфкатович. Он муфтий именно Духовного управления муфтията города Москвы. Вот, очень позитивный и очень открытый человек. И вот именно он сказал, что нужно именно всем государствам, не только одна Россия. На конференции выступало очень много присутствующих со всех стран. Были все религии. И вот на большом таком круглом столе на конференции выступали все. И именно что говорили, что у ислама нет никаких побуждений. Это просто-напросто какие-то отголоски привязаться, да, что вот, например, есть там какой-то, ну, не хочется сказать ваххабизм или салафизм. Это только просто какие-то происки, чтобы к чему-то подцепиться. А ислам сам по себе, он чистейшая религия, которая несет добро, любовь. А все, что вот хочется вербовщикам, да, они там просто прикручивают, лишь бы только быть там. Но они же не открывают саму суть. Вот почему и Сергей Орджоникидзе говорил, что, вы знаете, говорит, очень много к нам приезжает из всех регионов, из СНГ, отовсюду. А может быть, это больше-то как бизнесу надо, а не религии нам. Мы, конечно, открытые же все, да, в России. Мы открытые для всех. Это общество именно делится всеми. Но очень много приезжает людей. А для чего они приезжают? Может быть, для бизнеса? Бизнесу нужен именно бесплатный вот рабовладельческий строй или еще что-то, где-то там меньше денег заплатить или еще что-то. И вот в связи с чем это говорил? В связи с тем, что есть некая напряженность, связанная с тем, что большое количество трудовых мигрантов приезжает из мусульманских стран. Да, именно что вот именно были вопросы затянуты со стороны Узбекистана, с посольства и с Таджикистана. Вот эти две страны, которые очень много миграционщиков приезжают. Вот. И, конечно же, они, опять же, вернемся к тому разговору. Да? Вот, например, они разговаривают на своем языке. Мы же его язык не знаем. Он говорит, надо там снять комнату. Давай пошли, вот у нас есть комнаты. И молодой человек, который там стоит, говорит, да, вы знаете, вот я приехал, мне там это некомфортно жить, например, в одном месте, я пошел с вами. Вот. Из-за этого эти вот миграция, которая приезжает именно, денег нет, еще что-то там. И когда все это накладывается,
собираются, и получается, что людей-то очень много. Что в Москве, наверное, и здесь, в Кировской области. У нас не так много, мне кажется, трудовых мигрантов все-таки. Да, Москва, но все равно они получаются, что дешевая сила-то у них, они же все-таки меньше денег платят. То есть вот это люди, которые приезжают из-за безвыходной ситуации, абсолютно нищенского там своего положения, они приезжают в страну без языка, с другой верой. Да. И не находя себя там в первые дни, это невозможно практически, не находя себе трудоустройство для того, чтобы оплачивать там и свое жилье, отправлять что-то домой, тем более, что у них умно. Многих, наверняка, нет трудовой визы и прочее. Да. Вот это они самые, это большие массы людей, которые подвержены очень вот этим вербовщикам, о которых вы говорите, да. И которых легко в этой ситуации, собственно говоря, втянуть куда-то. Да, и вот именно на этой конференции все это самое, ну, как говорится, высокопоставленные, да, например, общественные организации, вот религиозные деятели выступали и говорили, что нам вместе всем надо именно заранее предугадать и продумать всю вот эту профилактику, и чтобы не именно получилось там сразу, ах, вот мы ведь думали, но получилось вот так. И чтобы этого не было, вот именно со всеми министерствами прорабатывать конкретно и с образованием, и с культурой, и с социальной политикой, со всеми полностью, чтобы не было заранее какого-то там, ну, тяжелого случая, какие там, например, вот у нас происходят. Вот. Ну, также людей надо, конечно, социализировать. Люди должны погружаться в культуру, и для этого устраиваются различные курсы языка, да, и тестирование тоже, да. Знаний истории, да, страны, да. Социального устройства. Это происходит по всему миру абсолютно. Крупные страны, там, развитые страны, понимая, что невозможно практически никак противодействовать потокам мигрантов, что США с мексиканцами в свое время, что Европа сейчас, столкнувшаяся с волнами миграции огромной, понимает, что абсолютно всех обратно не вышлешь. И нужно с этими людьми работать, и для того, чтобы они стали полноценными членами общества, их надо социализировать. Они должны принимать твои правила, а не сбиваться в кучки злые, да, которые потом не знаешь, как с ними поступать. Еще также стоит, безусловно, сказать о том, что у нас зачастую у большинства, а у абсолютного большинства жителей страны отсутствует хоть какой-либо маломальский понятийный аппарат. То есть, понимаете, мы зачастую даже... Мы не, ну, чем отличается, к примеру... Вот мы, ладно, самый такой простой пример. Мы воевали против кого? Против фашистов? Я да. Понимаю, что Володя может как историк сказать сейчас. Рот приоткрыл сейчас. Конечно, это удивление. Конечно, фашизмом мы воевали. На самом деле нет, потому что мы воевали в том числе с фашизмом. Но мы воевали против... Германия была национал-социалистической. На тот момент, да, мы... Именно такая была идеология в стране. Понимаете, то есть, когда у страны потери 27,5 миллионов человек, неважно, против кого ты воюешь, это просто... В данном случае фашизм – это термин собирательный. Но мы должны различать нацизм, фашизм. Мы должны понимать, что национализм это все разные понятия, абсолютно разные понятия. У нас, понимаете, это отсутствует. И наш центр также занимается вот и просветительской, безусловно, деятельностью. Мы обязаны, мы должны, понимаете, по долгу не как там службы или еще чего-то, а как ученые, как люди, которые пытаются привнести что-то, понимаете, и дать не только вот нам или там самим, а именно обществу, людям, миру, стране нашей. Понимаете, мы должны это разъяснять. Вот смотрите, в связи с этим, Миш, я о чем подумала. На самом деле в сфере образования среднего государства как будто бы последние там десятилетия делало очень много. Курс обществознания такой-сякой. Новые федеральные потом, государственные стандарты. Потом ввели, значит, основы мировых религий, светской этики, основы отдельных религий ведущих. Вы же знаете, кто ведет все это? Это все ведут учителя начальной школы по совместительству. Да. Для чего мы все вот это печатаем? Мы же понимаем, что мы же понимаем, что такие тонкие вопросы должны давать, конечно же, там специалисты. Нет? Разве здесь, или я ошибаюсь? Здесь ведь просто проблема-то гораздо глубже, потому что, понимаете, это все, конечно же, дают. Но педагогические специальности, в принципе, они сложные. Понимаете, не всегда можно, ведь педагога необходимо воспитать, а в условиях рыночной экономики и в условиях, когда быть юристом, менеджером, управленцем, это гораздо
интереснее, нежели быть педагогом. С точки зрения финансов. Да, с точки зрения финансов, понимаете? То мы, конечно же, ну жить-то ведь надо как-то. Но мы правильно говорим, что вот эти все вещи, которые сейчас, вот на которые вы обращали внимание на круглом столе, они неразрывно связаны с тем, кто воспитывает наших детей. И в каком состоянии и положении эти люди сами находятся. И это в том числе. Это в том числе, потому что многие педагоги по долгу службы, понимаете, они вынуждены, потому что вот есть такой, условно говоря, факультатив, и надо делать его. Мы должны сейчас завершать нашу программу. О резолюции, да. Володя, да, говорил. Я просто хотел, где и как она, может быть, будет доступна? Да, и плюсом вопрос хотел задать, чтобы наш эфир там в том числе не бесследно прошел. Вот людям, которые желают разобраться в этом понятийном, в том числе аппарате, которые хотят знать подробно об этих течениях, что можно, что нельзя, вот вы можете конкретно помочь? Можно прийти в ваш центр? Где можно, не знаю, раздаточный материал получить? Для ГУ, может быть, что-то устраивает. Где, что конкретно познакомиться? Публичную лекцию. Пишите, на самом деле, пожалуйста, как говорится, пишите письма. Да. Вот, но мы планируем открывать как раз вот такую, ну, это не общественная, получается, палата, а мы собираемся открывать как раз кабинет для помощи гражданам, вот, чтобы они могли приходить, и мы могли их консультировать. То есть, по сути, консультационный вот такой. Где вот предположительно момент. Он на базе будет? На базе вуза, естественно. На базе вуза. Да, у самого центра, Кировского регионального центра исследований и экспертиз, есть страница, сайт? Есть сайт в интернете, его можно найти через как раз сайт нашего вуза Вятского государственного университета. Угу. Вот, то есть, или же там через нашу аббревиатуру, вот, которая, я сейчас ее еще раз повторю, КРЦИИЭ. Кировский региональный центр исследований. Этот круглый стол вы планируете ее ежегодным делать? Мы хотели может быть, бы даже проводить не один раз в полгода хотя бы. Понятно, благодарим вас. Я надеюсь, что мы ввели в курс дела наших слушателей. Михаил Лицарев, кандидат исторических наук, заместитель директора Кировского регионального центра исследований и экспертиз, был сегодня с нами. И Надежда Федяева, член общественной палаты Кировской области, председатель Кировской региональной общественной организации «Татар» Ешлек. Мы прощаемся с вами. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Вам спасибо. До свидания.